Американские СМИ этот термин часто приходит на помощь коллегам, особенно в России. Если нужно придать весу новости, достаточно добавить «американские СМИ», и она зазвучит гораздо солиднее. Тем временем американские СМИ... Американские СМИ наконец признали. Американская пресса объявила президенту Трампу настоящую войну. Американские СМИ обвинили неких российских хакеров. Представители американских СМИ навешивали ярлыки, не утруждая себя сбором доказательств. Об этом сообщает американская пресса. Что такое американские СМИ? СМИ в США – это прежде всего телевидение, кабельное и спутниковое. Оно есть в 99% домов. Есть еще радио, пресса и интернет. При этом идейного единства, как на федеральных каналах в России, среди американских медиа нет. Редакции от либеральных до консервативных часто вступают в полемику друг с другом. Легко заметить, что климатические изменения уже происходят. Климатические изменения не могут замаскироваться, пересечь вашу границу, прикинуться вашим соседом, а потом что-нибудь подорвать. Из более чем 3 миллионов беженцев, принятых в США с 1975 до 2015, террористами оказалось всего 20. Большинство американцев против того, чтобы принимать беженцев. You're awake, by the way. Между тем вы проснулись. Это не ужасный-ужасный сон. И вы не умерли и не попали в ад. Теперь это ваша жизнь. Он говорил, что всегда побеждает. И вот теперь миллиардер, бизнесмен, звезда реалити-шоу победил кандидата, которого, как считалось, победить невозможно. И это только несколько примеров. Спорят американские журналисты о правах секс-меньшинств, о налогах, о реформе образования, о вмешательстве российских хакеров в выборы и о личной жизни знаменитостей. Разные темы, разная глубина и манера подачи. Приблизительная классификация от зрителей и читателей всех этих медиа выглядит вот так. Или так. То есть в самих Штатах ни о каких единых американских СМИ не знают.